конференции, там, профессор-масавской консерватории Анна Васильевна Руднева. Прошу прощения, пускай за небольшую, но задержку, просто у нас конференция с концертом прямо впритык оканчивалась, поэтому пока там с техникой разобрались, тогда что, немножко пришлось задержаться. В сегодняшнем концерте, так же, как вчера, принимают участие три коллектива. Наши гости из села Ловцы, Коми Республики, мы очень благодарны всем людям, которые способствовали их приезду сюда, потому что, сами понимаете, как далеко им пришлось ехать. Концерты принимает участие ансамбль «Воля», который мы прекрасно знаем, очень любим и очень рады, что у них так получилось. Они с концерта на концерт, как я понимаю, но важно, что у них вот возможность сегодняшнего выступления появилась. И фольклорный ансамбль Московской консерватории, как хозяева, мы сегодня будем начинать. Программы совершенно разные. Потому что вот в нашем, я сейчас уже буду комментировать выступление нашего ансамбля, прозвучит блок хороводно-игровых песен Волгоградской области, Хаторского округа. И в основном, в программе использованы записи студенческих экспедиций Московской консерватории под руководством Андрея Сергеевича Кабанова, тогда еще пятикурсника, а потом Московской консерватории, а потом немножко добавлено то, что нам удалось записать, вот, в частности, даже тем, кто сегодня поет, удалось записать 90-е годы. Так что это блок хороводных песен, ничего особо веселого и казачьего в них не будет. Это женский репертуар, или, если это игра, то, значит, здесь мужчины принимают участие. Ну, а усцелюмские, которые после нас выступают, я думаю, мы отдельно будем о них говорить. Пожалуйста. Thank you.
пошел.